Всем доброго дня, это компания «Два медведя». Сегодня мы на участке у Михаила. Я хотел уточнить вообще по поводу того, что Михаил хотел изначально, что получилось. У нас была вот буквально сейчас прошла достаточно сложная установка, потому что пришлось загонять на участок кран. Вот. Ну давайте вот, Михаил, расскажите. Добрый день всем. Да. Ну, давайте я прям с предыстории. Глубокой осенью появился этот участок, и были стенания строить дом, не строить. И решили не уходить в долгострой, и отдали предпочтение вот именно маленькому жилью, вагончику. Да? Ну, в итоге получился не вагончик, бытовка обыкновенный, а благодаря вот тому, что фирма «Два медведя» пошла нам навстречу, получился полноценный функциональный садовый домик. Да, то есть были долгие стенания поиска определенной фирмы, начиная там с Уральского округа и кончая Сургутом. Не все фирмы, ну ни одна фирма в принципе не захотела пойти нам навстречу и отклониться от стандарта. Попали на представителей «Двух медведей», созвонились, нам сказали: да, мы можем. И так закрутилось, все вопросы в принципе решались удаленно. По интернету, по пересылкам, отработали почти 90%, осталось приехать в офис, оформить договор, уточнить нюансы, оплатить. Ну и вот был процесс запущен, в принципе. А процесс изготовления был полностью нами контролируем, то есть фирма «Два медведя» сразу раскрыла ворота, сказала: приезжайте, смотрите, контролируйте. Отдельно спасибо мастеру Александру, который все основательно объяснял, показывал. Если мне хотелось перламутровую пуговку, она там появлялась на этом садовом домике. Да? Ну, прошло время, садовый домик был готов со всеми нашими хотелками. Да? Внутри получилось уместить полноценный санузел с душевой комнатой, с биотуалетом. Дальше там остались нюансы доделать, но это то, как мы хотели. Все по нору, он функционален и готов, и можно жить полноценно. Есть зона кухонная, спальная, да, все есть. И вот, в принципе, остался момент привоза, привезли, садовые участки мелкие, да, ну, разгрузились, мастера приехали, выставили, установили, то есть... В принципе, за месяц разговоров и изготовления мы можем заехать, жить, ночевать и не ютиться в стандартном вагончике, где там высота 2,10, да, и радоваться жизни. А дальше, ну, кто хочет, захотели, будем строиться, не захотели, в принципе, я рассматриваю полноценное проживание на дачном участке в этом вагоне. За что вот благодарю фирму «Два медведя» еще раз, что они... готовы идти навстречу и работать с покупателем за его деньги. Вам спасибо большое, Михаил, за такой обширный комментарий. На самом деле, всем, кто нас смотрит, спасибо большое. Обращайтесь к нам, будем рады вам помочь. Всего доброго.